Вот думаем сыграть акустический концерт в оперном театре в Ереване. Декорацию уже готовим. Еще раз! Еще раз! До белорусского? Да, у меня денег нет, натуры, если что, можно? Ну, да, конечно, давай, конечно. Сказал, блин, а? За все эти 17 лет ты со мной не выучил ни одной нормальной армянской народной песни. Я сам не знаю, я откуда знаю. В смысле? Ты песни Армении знаешь? Подождите, стоп. Ты песни Армении знаешь? Это уже не честно. Как же так сделать? Вот и сейчас все было хорошо. Вот и честно. Вы мало, да, вам вот это вот если оставить, а вот это как еще расхохлить. Расхох. Сур, Микки Чаляузов, сур. Это Микки Луистаген. Окей. То есть я пою мимо камеры, да? Вот то, что они говорят, мы ничего не понимаем. Я уже так ловлю, слышу ретро, думаю, но это про микрофон. Микрофон, думаю, точно, я угадала. Мой последний торт до следующего 21 июля. О, господи, 21 сентября. С днем рождения. Спасибо. Ради меня напишу. Я совсем забыла сказать, что это мой последний торт в Армении до 21 сентября. А там что? А вы сказали, как развернуться? Если вы захотите с ним связаться, сбоку есть кнопка. Раз, раз. Я одну славочку поймал. Слышу. Отлично, вот такой и будешь в ролике. Красивенький. Смотри. Берешь. И стоит дядя. Диана Сергеевна плохому не научит. А вот еще тетя стоит, смотри-ка. С камерой. Давай ее. Черт, побери, мимо. Опа! Опа! Я мечтаю, когда второй раз приеду в Армению на клип снимать.